Добро пожаловать на канал HardRest Info. Перед вами Huawei MatePad 1022 года. Сейчас покажу, как на этом устройстве сбросить абсолютно все настройки через настройки. Для этого открываем настройки, спускаемся вниз, выбираем систему и обновления, после чего спускаемся вниз, нажимаем сброс, сброс устройства, сброс и сброс. И ждем, пока планшет перезагрузится. Это займет около 11 минут. Ну вот и все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч.